Надо как-то расколоть лед. Так. Я даже, кажется, знаю, как. Ну вот мальчик почему-то не ломается. По законам жанра. Вот эта палочка даже не отломится, стопудово. Да, получилось. Да он просто еще до сих пор спит, да? Ну, когда будете проходить, разбудите его там пинком как-нибудь, я не знаю. О, тут надо уже... ЛС. А. Ага, понятно. То есть она на эту штуку не поехать наверх. Странно, что механизмы все работают через столько-то лет. Да там даже не лет, а десятилетий. Тем более в морозе. На таком морозе даже. Даже стальные там инструменты ломаются. Спросите у тех, кто на вахты на север ездит. Получилось. Теперь надо узнать, что там находится. Я не люблю женщин, я просто не умею ими управлять. Ой-ой-ой-ой. На самом деле нажать вовремя X не так уж и просто. Вот это да. Зачем было брать с собой столько добра? Ого. В натуре бабла-то тут. Ой, стрелы. Максимум стрел? А сколько максимум? 25. Так, ну ядовитые надо. А, не хватает грибочков. И что, я все эти кувшины я должен просто так оставить? Тут описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Освоен новый навык, древние навыки. Прикольно. Вот и первая гробница Лара Крофт в новой игре. У меня все такое ощущение, что если держать кнопку прыжка, то она прыгнет дальше. Поэтому я держу его, пока она не приземлится. Блин, вот в такой ледяной воде я бы, наверное, помер бы вообще. И вот мы увидели, как она тонет. Походу, я не туда куда-то заплыл.
Я прям перевыполнил план по осмотрению, как она утопает. Так что, наверное, имеет смысл как-то быстренько. Я просто думал, тут где-то воздух типа можно набрать, потому что выглядит, как будто можно. Во. И что, ей даже не холодно, не дрогнет она. Она даже волосы не выжимает, прикиньте. Хотя в такой температуре она, наверное, моментально замерзает, так что вполне логично. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Я Бэтмен. Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой. Мне даже улучшать нечего. Ну, а сведений о области, которую я покинул, видать, это совсем другая, но я там почти ничего не открыл, судя по всему. Зайчик, успокойся. И у тебя искусственный интеллект заглючил. Как он удивился. Ну, посмотрим, что там у нас за Советский Союз. Что за лагерь красных. О, трупак. Хорошее начало. Я ему уже ничем не помогу. Всем постам. Первый день в Сибири и нате. 2 года в Афганистане, еще один в Индонезии и ничего. А тут один день во льдах, бац, уже одного убил. Я смотрел, как у парня стекленели глаза, а он все о чем-то просил. Не по-русски, черт его знает. Так что я просто ждал и смотрел. Только что передо мной был человек, и вот ничего. Просто кусок мяса. Меня стошнило. Заблевал сугроб прямо поверх его крови. Он был мертв, а я жив. И чувствовал себя прекрасно. Константин все время повторяет, что мы здесь с особой миссией. Говорит, что мы выполняем Божью работу.
Я, кажется, начинаю его понимать. Были сведения. Константин едет из тюрьмы. Нужно навести порядок до его приезда. Эй, меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя, съесть ни к черту. Это хорошо. Это было что-то. Псих бешеный. Бросится на троих вооруженных людей с одним топором. Так, а как их кидать? Одного из них удалось взять живым. Кто они вообще такие? Разведка докладывала, что в этих горах раньше была старая деревня. Ожидали встретить крестьян, которые сдадутся без боя. Крестьяне? Как же? Партизаны это, причем матерые. Красных отсюда, похоже, они выбили. Может, оно и к лучшему. Раз они что-то тут в горах обороняют, значит, мы на правильном пути. Слушай, а ты в курсе, что мы ищем? Нет. Нашим по статусу знать не положено. Но уж наверняка что-то важное. В первый раз с таким размахом работают. Я уже почти год на них работаю, но ничего подобного и близко не было. У нас подобных операций после острова не было. Но то была зачистка. Тут что-то новое. Хочешь совет? Не высовывайся и не задавай лишних вопросов. Уж не того ли острова, что был в первой части? И что, они так и будут стоять? Хоть бы сказали, как кидать. Стоп, нужно посмотреть. Есть. Что-то происходит. Пойду посмотрю. Не отходи далеко. Нормально так разделил. Так. Погоди, что-то не так. Ох. Ох, прям ништяк. Хедшот. Два подряд. Киллстрик. Теперь я всю игру буду ходить, березки облупливать. Еще прибывают. Че все-таки бахнуло-то? О, Ленин! Каждый на вес золота. Стрельбы уже пару минут не слышно. Вроде все спокойно. Особо не расслабляйся. Пока не установим связь с тюрьмой, будь на чеку. Нам рассчитывать не надо. Это вертолет Константина. Какого черта он здесь забыл? Одного из местных взяли живьем, хотят допросить. Но это стоило нам троих. Наверное, начальство хочет знать, что им известно. Константин ожидает от нас большего. За эту ошибку кто-то поплатится. Отложи боеприпасы. Храни их отдельно от провизии. Пусть будут под рукой. Чую, пригодятся. Так точно. Черт. Большая часть пайков после взрыва сгорела. Ха. Это никуда не годится. Нужно установить ловушки по периметру. С тем, что есть, я могу сварганить пару сюрпризов. Фига. С такого расстояния. Что-то я не пойму, тут есть автоприцеливание или нет? При выборе уровня сложности вроде как было. Что-то не похоже.
О, там еще чувак, кстати, оказывается. Патроны 9 миллиметров, световые ракеты. Кто-нибудь видел? Ребята, которые идут спать, спокойной ночи. Не забудьте поставить лайк трансляции. Сколько ж тут бутылок-то валяется? Так, а как на миру добраться? Только тут, по-другому никак, интересно. Жалко, что она не слышит, как Джоэл сквозь стены. Было бы прикольно. Дома. Черт, обещали же обычную операцию. Наш путь непрост, но Троица все равно требует, чтобы мы прошли его. Побольше анимации, что ли, сделали, я не знаю. Что-то только одна всего. Интересно, а карабин она когда-нибудь использует, который у нее весь пояс обвешен? О, вторая деталька. Блин, графон все-таки шикарен. Освещение, вид. Ох. Даже отсутствие сглаживания не так сильно заметно, как в том же, например, Батлфронте. Так что если у вас есть Хуан, то не ждите, когда она выйдет на ПК. Играйте уже сейчас. Так, а вот туда. Там комп с уличным охлаждением. Так, и чё, как, чё с этим делать? Подозреваю, что раз тут так дохера фонариков этих, надо... Да. Я догадливый. Не всегда, но бывают светлые моменты. Куда у нее лук делся? Если не и не только ты, вся твоя семья, все до единого сдохнут в муках. Я, сука, один шанс. Говори, где остальные? Подумай. Хедшот. С компьютером что сделать?
Требуется отмычка, чтобы открыть. Понятно. У меня ее, естественно, нет. О, там что-то еще есть. Красная армия приближается. Я следил за ними неделю, смотрел, как сотни людей строят железные чудовища во льдах. Многие умерли, и их мерзлые тела разбросаны по тундре. Никаких погребальных обрядов, ни похорон, ни костров. Эти чужаки – жестокие безбожники. Что они ищут? Драгоценные металлы в горе? Или, как многие их предшественники, они пришли за святым источником? Вновь моему народу пора готовиться к войне. То есть эти местные еще и красных тоже не любили, а я уж почти начал сопереживать им. Ой, не та кнопка. Ух ты, смена оружия. А, я уж, блин, думал, мне калаш дали. О, патроны реально для винтовки какой-то. Но все-таки лук у нас бесшумное оружие. Как оно там? Утечку вряд ли устраним. Тогда придется перекрыть трубу, пока не найдем новый день. Сомневаюсь, что сможем найти здесь запчасти. Я оставил тебя за главного. Да, сэр. Но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть и понимать, как много зависит от успеха операции. Да, но... Нет. Нет. Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Тише. Тише. Не бойся страданий. Тут... Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными, и войдете во славу святого источника. Боже, прошу! Что-то непонятно. Он ему глаза выдавил, крови на руках не было, ничего не было. У нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Этой хреновине лет 50. У нас проблемы со стартом. Давайте его прикроем. Больше не сможем позволить себе терять топливо. Сейчас. Держи крепче. Надо приложить усилия. Пойду посмотрю. Понял. Я схожу проверю. Сейчас вернусь. Понял. Нашего убили. Разделились. Да обыскивай, сколько влезет, ты уже трупак. Ты мне только стрелы отдай обратно. А что с этим ослепленным, интересно? И что, с ним ничего нельзя сделать? Ой, чего можно добить? Ой. Кто сказал потеря? А, о, там еще кто-то есть. А почему нельзя оружие подбирать? Кого ты там пытаешься найти, интересно? Ой. Ой. О, у меня прям получился логотип студии Arrowhead, которая магику выпустила. Так, и что вот мне с ним теперь делать, интересно знать. Давайте будем его пытать. Кто убил кролика Роджера? Что-то, видать, он это, без глаз-то ничего не чувствует уже. Ну-ка.
Ой. Я сделал бесшумное убийство, расстреляв чувака по ногам. Реализм. Как бы уничтожить эту цистерну? Как тут фонари у тебя до хера, как всегда. Так, а может сначала наверх залезть попробовать? Тем более я еще, по-моему, не всех обыскал. О, уже максимальное количество патронов для автомата, которого у меня нет. Да, и тебе спокойной ночи, Женя Захаров. Спасибо за лайк. Каким образом, интересно, взорвались ворота? Ты труп, а как он меня увидел вообще? Ой, так в нас стреляют. Ой, умирай скорее, мне спрятаться надо.